Ирка, ну привет, наконец-то. Я тебе два раза звонила. Тебя дома не было? В ЖКО ходила? Сочувствую. К маме? Ну как она? Анфиса Леопольдовна, как здоровечка? Все нормально? Ну слава богу. Ой, господи. Да ты что? Ну какой мобильный? Слушай, ты задаешь наивные вопросы. Ты что, не знаешь, что все мобильники прослушиваются? Хорошо, что Сережа не слышит, как я с тобой тут разговариваю. Да он даже таким не доверяет. Что делает? Диссидентствует в меру сил и таланта. Разбирает третий матч второй серии Карпов-Каспаров. Никому. Сейчас такие времена-то что? Нет, а ты представляешь, что на днях было? Я с одной знакомой обсуждала Навального, его программу. Нет, слушай, ну какой мужик, невозможно, я не могу, глаза, ямочка. Короче, обсуждали программу, за хлебом пошла в пятерочку. И что ты думаешь, пожалуйста? Увязался один за мной в штатском. До самого подъезда шел. Нет. Ой, им палец в рот не клади. Да что там телефон? Смотрю телевизор, второй канал. Гость, знаменитый политолог Марков. Так что ты думаешь, этот паразит отвечал на все мои вопросы, а ведь я их не высказывала вслух. Все, конечно, в своей лживой манере, но факт остается фактом. Они научились читать мысли и оперативно на них реагировать. Думала, жучок. Да нет никакой паранойи, я тебе говорю, слушай сюда. У меня есть инсайдерская информация. На дне рождения у Тамары Ивановны я встретила своего троюродного брата Игоря, да, который служил в конторе, а потом после института, да, закончил курсы. Но он сжег свой партбилет и занялся бизнесом. Но связи остаются. Так вот, он подтвердил, что всех прослушивают, а кого не прослушивают, записывают. Я ему рассказала про мысли через телевизор. Конечно, посмеялся. Но потом сказал, что это интересно и что он что-нибудь придумает. И вот, представляешь, через месяц привез прибор высокотехнологичный. У него же совместное предприятие в Нижнем Новгороде. Сейчас. Этот аппарат гарантирует защиту от всех видов прослушки, даже от прослушки мыслей. У него три режима. Первый, когда слушаешь эхо Москвы. Второй, когда смотришь дождь. Третий, когда разговариваешь по телефону. Ну вот ты слышала, сейчас были шумы на линии, да? А сейчас пропали. Ну, так вот, это я его потому что надела. Сверхсекретная разработка. Путин, конечно, никогда не пустит в свободную продажу такой аппарат. Его можно распространять только среди своих. Игорь мне его отдал с 30% скидкой, так что вышло совсем недорого, 6 800. Да нет, это по-божески, по-божески. Магниты в Уральской парафизиологической академии дороже. Ну, ты понимаешь, что этот прибор единственный надежный щит от диктатуры.
Гарантированный блокиратор распространения мыслей. Обещают, что следующая модель будет даже бороться с коррупцией. Могу завтра занести тебе. Попробуешь на себе это чудо. Что? Не можешь завтра? А когда? На следующей неделе? Ой, слушай, мне там Сережа звонят. Я тебе позвоню. Давай, пока, целую. До звонка. Сережа! У тебя там все нормально? Господи.